В Миассе прошел отборочный тур общегородского конкурса «Молодая мама-2015». Он традиционно проводится для молодых женщин в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих детей и состоящих в законном браке. Девиз конкурса «Мама – это 1000 ролей». После небольшого перерыва конкурс «Молодая мама» вновь возобновился. 13 претенденток изъявили желание побороться за звание лучшей мамы города. Конкурс разделен на несколько этапов. Первый тур, визитная карточка, состоялся в эти выходные. Конкурсантки смогли поделиться своим опытом материнства и рассказали о том, какую роль это играет в их жизни. Если дети в семье есть и еще охота, это к большой радости и к большим заботам. Здесь и программисты, и сотрудники полиции, и переводчики, и артисты цирка и эстрады. Каждая из них предстала перед жюри с оригинальными номерами, и рисунками, и стихами, и даже заранее подготовленными видеороликами рассказали о себе и о своей семье. В состав жюри вошли представители комитета по делам молодежи, телекомпания ОТВ «Миасс» и спонсоры проекта. В финал вышли 10 участниц. Кто она, супермама города Миасса? Ее имя станет известно 29 ноября в финальном шоу, которое пройдет в бывшем здании купца Смирнова.